Курочка, естественно. Красная. Ну, в этом году будем готовить кролика тушеного в сметане. И селедку под шубой его. Потом что еще-то. Ну, много всего. В этом году говорят, что надо год дракона вроде бы 12 блюд надо на стол. Как говорится, кто на что гораст, тот тем и удивит домашних. Но ни один новогодний стол в России не обойдется без главного угощения – салата русского картофельного столичного, то бишь салата оливье. Блюдо из-под ножа французского повара плотно вошло в русскую гастрономическую культуру. Сегодня салат оливье считают едва ли не национальным лакомством. В некоторых странах его даже называют русским, то ли из-за богатства вкусов и ингредиентов, то ли из-за обилия любимого россиянами майонеза. Так или иначе, блюдо прижилось, и каждый год хозяйки старательно шинкуют овощи за несколько часов до полуночи. Мы приехали на городскую ярмарку и прямо сейчас проверим, во сколько нам обойдется главный праздничный салат в этом году. Начнем с овощей – картофель и морковь. Берем примерно по 3-4 штуки. Итого 70 рублей. Далее колбаса. Чаще всего на оливье берут докторскую. Ее на порцию для семьи нужно не меньше 500 граммов. Средняя стоимость – 250 рублей. Не забываем про куриные яйца. В этом году за них придется выложить кругленькую сумму. Десяток – 140 рублей. Соленые огурцы хозяйки чаще всего достают из закромов, но нам банка обошлась в 130 рублей. Ну и, пожалуй, главный ингредиент салата – зеленый горошек. Плюс 100 рублей. Майонез и зелень еще 250. Итого, покупая продукты для оливье на городской ярмарке, мы заплатили за них 940 рублей. Отправляемся готовить. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.